В Славянском районе завершились командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В учениях приняли участие специалисты управления ГО и ЧС, правоохранительных органов, руководители структурных подразделений администрации, главы поселений, директора предприятий жизнеобеспечения. Ситуация, в которых район оказывается по условиям учений, была близка к реальной. В середине недели на территории края ухудшилась погода. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. На побережье возникла нагонная волна. В отдельных районах ожидались сильные осадки и повышение уровня рек. В связи со сложившейся ситуацией и по условиям учений, районная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края была переведена в режим функционирования «повышенная готовность». Комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Славянского района, городского и сельских поселений, предприятий, учреждений и организаций получили задание на своих территориях проверить функционирование единой государственной системы предупреждения ЧС, отработать оперативные действия в случае возможных паводков или пожаров. Обращаю внимание на то, что рекомендации, которые даны, именно реальность плана и готовность сил и средств к выполнению поставленных задач, должно быть все выполнено, и в соответствии с докладом должны поступить в управление ГО и ЧС своевременно. Практически выполнить то, что рекомендовано, ну вы все просто обязаны. Межведомственные командно-штабные учения проводились в течение 3 дней. В ходе них были выполнены практические мероприятия по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и электроснабжения. Проверена готовность аварийно-восстановительных бригад для ликвидации нештатных ситуаций на системах жизнеобеспечения. По итогам учений будет проведена проверка и проанализирован уровень готовности всех ответственных служб к оперативным действиям при чрезвычайных ситуациях. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».